Короче, вот это давление, вот тут вот включаешь. Набирается давление в систему. Сзади вот этот компрессор автомобильный. Вот сюда заливаешь промывку. Сюда вот давление подается. Раз, вот отсюда идет топливо, либо промывка. Сюда вот раз. И все, и к форсуночкам. Вот тут вот этот тумблер, это ж вот включать компрессор, чтобы... О, кстати, так он работает. Вот такие вот дела. А это уже управление. Это вот кнопочку нажимаешь, это ручное, а если вот так вот нажимать, то она сама, короче, клацает. Вот. А вот этими частоту можно менять, да. Можно и так. Вот такие вот дела.